В Оренбурге закрыли единственный в городе скейт-парк. Сегодня BMX-еры самих себя в шутку называют бомжами на колесах. Да ну его нахуй, быть такого не может. Довезлите. Все, собственно, мы находимся в топовом парке. 300 тысяч я выделяю на BMX. Бомжами на колесах. Домой. Ой-ой-ой. Хуяк. Я теперь боюсь мечтать. Я в шоке. Разъёб телек, посмотрим реакцию тёлочек. Английские тёлки охуели от цены BMX. Это мясо, пиздец. Он сейчас может. Я разъебал раму. А сейчас вам покажу свой старый велик, с которого я начинал. Вот это 14 килограмм весит. А тот... Решай прокатить. Эй, блядь, дурак! Стой! 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 Ебать. Где он упал? Ебать, кровища нахуй. Скоро вызвали? А ты вообще живой, блядь? Алло. Пишем. Забыл? Тупой. Ну все, давай. Всем привет. Мы находимся в городе Оренбурге. Люди Оренбурга, нашей реке Урал. Пиздец. В парке Перовского. Парк Перовского достаточно уникален, потому что здесь трава. Прежде чем я расскажу вам про... Охуеть, какую дорогую покупку. Стоимостью 300 тысяч рублей. Сколько тысяч? 300, сука. Сколько? 300! А нахуй мы сюда пришли, собственно? Я сейчас снимаю видео и хочу показать вам, где я провел свои детские школьные годы. Бля, да похуй всем людям, похуй. Нет. Вообще. Добро пожаловать. Это, кстати, скейт-парк. Охуенный был когда-то. Когда я был пиздроном, мата мало. Я со школки приходил и на веб-камеру с Антохом и рэпчик уярили. Мы все лето будем катать и нахуя не делать. Съебались геометрии. А потом мы вот, блядь, с Саньком приезжали в парк и вон там был самый охуенный вылет там был. И два квота. И вот что осталось, нахуй, от скейт-парка, в котором я, блядь, провел все свое детство. Вот просто ни-ху-я. В Оренбурге закрыли единственный в городе скейт-парк. В этом сезоне тренироваться им негде, все фигуры площадки разобраны. Каково быть на виду? Я когда-нибудь уйду. И раньше мы все просто встречались в парке и катались. Конечно, обидно, то, что это он единственный был, и кататься вообще негде. Сегодня BMX-еры самих себя в шутку называют бомжами на колесах. Нихуя себе, блядь! Обидно. Да сука, снимай. Ну извини, блядь. Через 5 секунд мы оказываемся в ебануться каком скейт-парке. Ну все, собственно, мы находимся в топовом парке мирового уровня. Здесь есть все. Вообще пиздец, просто сказка. Ебать, пиздец, чуваки, парк просто... Разъёб психики, блядь, больше слов нет. Чтобы соответствовать самому лучшему парку на планете Земля. 300 тысяч я выделяю на BMX. Лучший BMX в Российской Федерации. И поэтому... Поэтому что? Мы телепортируемся. И у меня уже куплен BMX. И вот мой байк-чек. Ну чё, сегодня долгожданный день. А, сука, нам ракурс другой надо. И проблема в том, что ты крюк не надел. Бля.
Я не ебу, какого делать. Ну нахуй нужен. А что произошло-то? А, я нахожусь в центре Казани. Хватит за сексиллион сексиллиардов, блядь. Так, ну чё, пацаны, сейчас ебанем вам небольшой обзорчик нашей миллиардерской хаты. Начнем с ванной. Аллилуйя! А это, собственно, наша хата, блядь! Пиздец, чувак, это все! Это пиздец! Реально? Ну, шлюха ебаная. Смотри сюда. Короче, это комната Александра. У него очень разноцветные кадры. И вообще там светится все пиздец, блять. Комната хуйня, блять, как елка, блять. Питеры, проебусь за вас! Блять, что за эх нахуй? Еще у Александра в комнате есть ебейшая сральня, в которую он ходит кадры. Вот кадры. Добро пожаловать в комнату Дмитрия, самого чистоплотного парня на планете Земля. Тут мы имеем триллиард пакетов, плюс чипсы, плюс носки. Порядок у чела ебейший. Два стула, хули одного мало же, блять. Права, машин же пиздец, да хуя. Тимон и Пумба, блять. Ну и еще какая-то хуйня. Блять. О, телефон классный, кстати. Итак, знакомьтесь, это главный конкурент Дмитрия по порядку. Игорь Мухачев и его комната. На входе мы видим два носочка и еще носочки. А это, кстати, носок стережков. Это вот наша старая хата. Тут боксерские перчатки, бля, очень важно. И вот здесь я планирую дохуя, чтобы денег заработать. И вот, собственно, результат не заставляет себя ждать. А это на что у нас денег осталось? А вот здесь мы видим депутатский стол, за которым я очень дохуя работаю в жизни. Сейчас ебался нахуй с моей комнаты, блядь. Я нахожусь в центре Казани, и на моем диванчике лежит что? Правильно. Коробочка. Ценой в тачку, блядь. Гоу, ебать, анпакинг. Сука, ты заткнешься, нет. Тебя нахуй зарублю. Блин, дурак, что ли? Короче, вот тут будут цены, детали, а вот здесь вес на детали. Все, мало, мало. Помоги, блядь, стулку заказать, пидорас. Ты мне попу сначала. Итак, профессионал садится за комбудахтер. Чтоб ты сдох. Блядь! Какой, блядь, какой? Хуй знает. Помог! Ебать, сейчас, если вот эта цифра будет, я... Так она и будет. Давай сейчас, если ты сосёшь там силикончик, я тебе оплачу вот этот заказ. К оплате 48 тысяч. Это же нихуя себе. Ну чё, всё? Ты отправил? Ебать, чувак, я... На 48, я... нахуй, что долбоёб совсем. Втулки с Америки ждал 300 миллиардов лет. Ебать. Чувак, это охуеть. Ебать, разъёб. Через 2 недели я стану миллионером. Ты чё, ебанулся? 1 000 000 рублей поставил и выиграл. Кто вообще не верил? Бля, такая ебанутая ставка. Вот такие цифры, блядь. Ебануться. Но если собирать себе прям совсем легкий велик, то есть карбоновый, да, карбоник. Если у вас в кошельке есть 25 тысяч рублей, то это то, что вам нужно. Ебал я в рот такие цифры. Ну чё, готовы? Я нет. Раз, два, три. Ёб твою мать, красотища какая. Ну очень охуенный обувь. Чё, Игорь, поехали кататься. Сука, обдрочиться можно. 360 грамм, 30 тысяч рублей. Сейчас отдаю на спецовку, и велик готов. Божественно. A few moments later. Ты не представляешь, сколько я нервничал с твоими колесами. Мне сегодня снилось, как я переднее колесо уронил на станок, потом на пол, потом дальше покатилось и разъебенилось. Разъеб. Денег у тебя вообще очень много вот сейчас. Очень много денег. Давайте. Спасибо. Пожалуйста. Втулки Profile Elite 48 тысяч рублей. Вес задней втулки 356 грамм. Передняя 207 грамм. Передняя 231 грамм. Хуй его знает, что конкретно.
Очень слабенькая деталь. Короче, вот хайпер инди, рама, блядь, разъеб психики. Про модель Логана Мартина, который в этом году разъебал Олимпиаду. Ну шлюха, говно какое-то снимает, пиздец. Ты снимаешь, как будто нахуй. Отчет... Потому что стоит съебись нахуй. Отчет для Путина, блядь. Всего лишь гнилой видеоролик на YouTube, блядь. Ты стоишь гнилым еблом и мешаешь, блядь. А я гнию. По-любому, блядь. Короче, заткни пасть. Вес 1,9, цена 44 тысячи. Пиздец, да хуя. Самая охуенная деталь сейчас будет. Ну угадай, но самая сексуальная деталь на велике. А, вынос. На. Коробочка, пиздец, какая красивая. Все. Та-дам, блядь. Работа украшения, блин. Вообще, это самая дрочная и нахуевшая деталь. Та-дам! Очень красивые шатуны. Я очень рад. Здесь все как-то ровненько, блядь. Красиво, грани ебейшие. Что тут у нас в комплекте? Всем похуй, конечно же, но тут, блядь, все есть. Тут и оси, и пыльники, блядь. И какая-то хуйня на резинке. Бля, ну просто секс, нахуй. Звезда снафу. Ула! Улала! Лайк, подписка. Что там бак. Дальше, блядь? Спицы называются. Не спицы, а не пиля. Ой, блядь, ну тупой, сука. Спицы передние не называются. Пиля. Похуй, короче. Это вилка Одиссей. 900 грамм. Пожизненная гарантия. Крепкая. Можно, бля, кому-нибудь нахуй в клубешнике по зубам въебать. Рулевая снафу вот в такой охуенной эксклюзивной коробочке. Та-дам! О, блядь! Yeah. Ой, сука! Жалко, деталями так пользуются, как долбоёб. Центрик педал. Пидор. Центрик пидор. 375 грамм, 1600 рублей. У них очень короткая ось, то есть ноги ближе к центру велосипеда, за счет чего вращаться сам гораздо легче. Это круто, это true. Педали топовые, наверное. Итак, последняя деталь, о которой я вам расскажу, находится в гробу. Ебать, самый мазорский тест. Спасибо. Shadow Interlock Supreme. Ой, Витон. Короче, цена 6500, 314 грамм. Самая прочная цепь в мире, у которой показатель на разрыв 1500 килограмм. Исходя из сейчас всех подсчетов. Сколько ван будешь весить? Если все, сука, сложить. Сколько? Ну все, наконец-то приступаем к сборке. Еще говна чуть-чуть. Ебаш! Сука, соседи, по-моему, пришли. Ебать. Это походу просто в ответку через стену стучит. Понял. Yeah. Уизи, а? Ебать, мы хуярили. Ебанулся, нахуй. Ура! Нормально засовываю. А я ж не засовываю, блядь! Спасибо! Пожалуйста, Саша. Пиздец. Это что, мой велосипед, блядь? Ну, велик дешево выглядит, чё-то. Ну, съебись! Потом вытришь, блядь, мастер здесь работает. А? Чё я? Ты себе бухал вчера? Его воль. А я только одно убирал. Воль. А чё я? Проверяем, ебать, работу мистера Дмитрия Гордона. Гордона. Пиздуйте нахуй отсюда. Молодец, Дмитрий. Хорошая работа. Скажи, пожалуйста. Пожалуйста, ребят. Дима Гордон у нас без зарплаты сегодня. Теперь надо вот тут ровно, блядь. Да ну его нахуй! Быть такого не может. Кавалик, закрой, блядь, уебище. Сука! Новый автомат 45 АК, сука! Я ждал этого момента, блядь, целый год. Сегодня BMX-еры самих себя в шутку называют бомжами на колесах. 300 тысяч я выделяю на BMX. Домой. Ой-ой-ой, снимаешь? Санечка, снимаешь? Хуяк. Я теперь боюсь мечтать. Все стало реальным на глазах.
Что если проснусь? Сука, очкошник ебаный. Я теперь боюсь мечтать. Чувак, вообще легко делается, велик пиздец. Я в шоке. Отмечаем. Доставщик лайки поставил. Будем брать пиццу. Сладенькую еду хаваем. Любичный ебаный. Короче, вот мой BMX, разъёб велик, посмотрим реакцию тёлочек. Very cool performance from... Обзор! English girls сейчас будут чекать мой байк-чек. Can you come please to showroom for bike tricks, you know? Please come. Yeah. Show трюки, делай гандон ебаный. Вы что, BMX райдер? Съебись нахуй. Съебись нахуй. Я BMX занимаюсь. Смотри, вот мой новый велосипед. Да хуй знает. Я спрошу сейчас, сколько стоит. А what do you think, how is this bike cost? 450, like, dollars? Yes. No, rubbers. 400 euros. Yeah. Yeah. Она говорит 39 тысяч рублей. Хуй-то. На. Much more rubles. This bike. Английские тёлки охуели от цены BMX. Чувак, я говорю, вот по евро сколько стоит. Она вообще в ахуе. Ой, я еще перданул. Она чувак вообще в ахуе жестко. 3000 евро. Ты посмотри на сексуальность. Подожди, я скажу, что твое колесо. His back wheel cost like 1000 euro. Back wheel only. Я и напердел, кстати, по-русски. Молодец, спасибо. Очень воняет, чувак. Это нормально. Я люблю диско. This frame? Yeah. Она сказала, ей нравится цвет рамы. Охуеть. Лайк, подписка. He's very nice. Рама Логана Мартина. Yes? Да. Я, блядь, бухой Олимпиан чемпион. Бухой Олимпиан чемпион едет делать трипа. Есть специально отделенный детский учебный фанбокс, чтобы даже детишки могли безопасно изучать новые трюки. Все счастливы. Короче, три репа сейчас будем делать. Как думаешь, я три репа сделаю? Нет. Вот это попал. Вот это поворот. Я думаю, ты сделаешь. Он сейчас сможет. Так Игорь сказал, что он сначала два репа сейчас попробует оттуда, потом три. Смотрим на два. Уровень. Тут фанбокс очень маленький, и на нем сделать три випа – это в натуре уровень. Это випы должны быть молниеносные. А никто не делает это. Я в курсе. А кто-то пробовал? Пробовал. И чё? На любом фанбоксе, даже на маленьком, даже на таком можно научиться. И мне кажется, можно дойти до трех випов, знаю, может, трех трипл вип. Но это хайп, это пока больная фантазия. Ирика, ты уговаривал за сам. Бля, ну это вообще ебать, я эти стали. Да я еще не сделал. Чувак подъехал, сказал, что никто еще не делал здесь три випа, Игорь первый будет. Что, давай, перекрестили? Ой, блядь, как крестить? Страшно, чувак, я изначально обосрался. Ну это пиздец, что ты закрутил с первача. Я не думал, что так хорошо с первого раза будет. Заваривайте чаюху и надрачивайте писюху. Давай, тварина. Нахуй, нахуй. Все, всем пока. Я домой поехал. Все, чувак, ебаш, уверенно. Это мясо, пиздец. Не
не докрутил немножечко. Я думаю, тут надо ва-банк идти. Ебать, страшно, пиздец. Ух, ставьте лайк, чтобы он сделал. С каждой попыткой все ближе прям. Да, да. Випы просто молниеносные. Блять, мне кажется, я больше не вочкую. Бля, страшно. Что там? Все бабки, фокус, на все бабки, скорость. Чувак, ща надо прям всаживать. Давай. Бля, каждый раз как прям на смерть. С Богом. Он все сможет. It's a hundred niggas in the spot. I won't keep going. Неужели? Ебать, чувак. Охуеть. Хоть и уебанско, но я сделал. Ебать, я молодец. Ставьте лайк, блядь, аванс. Как мог, уровень, чувак. От души. Ты в ахуе? Я, да, это был закономерный финал. Согласен. Чувак, уровень, все, свершилось. Пиздец, жестко. Клянись маме, что сейчас делаешь. 50 рублей ставишь? Да иди нахуй. 10. И так денег нет. 10 рублей. Ладно. Давай, он ставит 10 рублей, что сейчас сделает. Если не делает, то мне 10 рублей. Сильный мув. Вот это, кстати, это придает мотивашку. Пидор! Он что, ебанутый? Ну пизда, и так денег нихуя нет, блядь. Еще 10 рублей теперь должен. Ставьте лайки. Переход через анал. Сейчас вам покажу свой старый велик, с которого я начинал. Вот это 14 килограмм весит. А тот... Ну что, я прокатнусь? Провод, блядь. О, придурок ебаный. Че, пошли, блядь, поснимем. Да иди ты нахуй, я, блядь, боюсь. Лучше Санька поснимаю. Я, короче, на ту сторону пошел. Короче, там за забором еще одна крыша, но Игорь не знает про эту хуйню. И можно спрыгнуть с нее туда, и он подумает, что я с крыши прыгнул нахуй. Но я сейчас наебил. Давай, давай. Он, Игорь, обосрется, пизда. Он боится высоты, как ебанут. Так что сейчас ебать контент будет. Сейчас мы, блядь, наебем этого долбоеба. Пошли с ними. Смотри лучше, блядь, вот там на этого долбоеба. Эй, блядь, дурак! А, сука! Стой! 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 Ебать. Что делать? Сейчас вниз бежать. Где он упал? Блять, ебать, вот что он бежит. Санёк, ты ебанутый. Ебать, кровище нахуй. Санёк. Ноги, блять, пиздец. Санёк. Вот ты вообще живой, блять? Алло, ты живой? Санёк. Ебать, он живой. Санёк. Ты нахуя с крыши спрыгнул? Как ты? Плёхо. Блять, я нормально с великом, чё, сука? Скоро вызвали? Сейчас полежу чуть отдохну. Ноги чё, как, нормально? Стой, это мои ноги, блядь! Оценки за артистизм. Все 6-0. Средний балл 6 баллов. Ровно. У тебя что, три ноги, ебать? Тут по хуйне лететь. Колёс только сломались, жалко, блядь. Ебать, а как ты верхи разыграть будешь? Пиздец, конечно, разъёбанный, но, блядь, на ютубчике. И чтобы выиграть, что надо сделать?
Правильно. Подписаться на YouTube канал, подписаться на Instagram, ссылочка на который в жопе. В описании, долбоёб. И поставить лайк на это видео. Все, всем спасибо, до свидания. А ты умер, типа, да? А я умираюсь. И скорая. Выглядело, как будто реально чел летит. Подходят люди со всех сторон, просто все в ахуе. Очень реалистично получилось. Посмотрите на это. Вот с этого угла. Да, да, да. Прям вот сюда. Вот куда-то, да, вон туда ёбнулся. Видно вообще. Ух, ебать. Чувак. Блядь, знаешь, как очко. Как будто випы там кручу. Смотри, смотри, смотри. А вообще эпично было, вот прям. Я тебе говорю, я обосрался. Я, который знал, что сейчас полетит. И потом он полетел, мне настолько страшно стало, что я забыл снимать аж нахуй. Я мне кидай, чувак, страшно было. Кидай, блядь, давай! Бери. Азербайджанский. Ну, он прям хайповый. Это просто пиздец, как будто... Блядь, что с Саньком стало? Тапки слетели. Ноги оторвало. Ноги оторвало. Мы бежим вниз. А мы ноги оторвало, держи ноги. Ноги будем разыгрывать. Можно ноги разыграть. А шлемак? Шлемак забирайте, да. Это, кстати, раритет. Улыбнись, дурак, легендарная надпись, которой снято миллион видосов. Поэтому, чтобы выиграть этот шлем, на мой инсту тоже подписывайтесь. И на Игоря, и на канал, и лайк ставьте. Писька! А Диман лох. Но мы его любим, тоже можете подписаться. Но на него не обязательно, он гандон. Обязательно, но если я хотите, не гандон. И на Егора подпишитесь. Ты что, охуел? Да, пиздец, такие эмоции просто ебанутые. Слышь, ноги выкидываем в мусорку. My salvation lies in your love, in your love, in your love. Это конец видео, конец видео. Сука, холодно, пиздец, как. Провода ебаны. Я нахожусь сейчас в любимом городе на топовом велосипеде, блядь. В этом месте я еще и 1 300 000 в прошлом году раскидывал, блядь. Пососи. Ты долбоёб, что ли? Люблю я это место, пиздец, Уран-парк. Вообще Казань, в целом, мост Миллениум. Это просто сказочное место, которое бесконечно мотивирует на свершение. Даже дети максимально смотивированы. Страшно, очень рано страшно. Смотрите, сейчас папа покажет, как надо. Очень сильная мотивация и окружение. Да и вообще, когда мы первый раз сюда приехали, блядь, я, Диман, Санек, мы, у нас просто ебальники слетели, мы, блядь, такие счастливые были. Кататься это классно, ставьте лайки. BMX это мое хобби, а заниматься я решил музыкой. Буду играть нахуй в пешеходных переходах, блядь, клипаки с бомжами снимать. Ну, надо же с чего-то нахуй начинать. А я музыкант, блядь. Я не BMX-ер. Музыка — это то, где я хочу всех разъебать. Смотрите, конкретика за розыгрыш. Вы подписывайтесь на ютубчик, на мою инсту. И лайк ставьте. Писька! И на мой твич, который я зарегистрирую через секунду. Давайте нахуй 15 сентября я залечу на твич. Во-вторых, есть какой-то повод это разыграть велосипед. Тут все целое. Чувак, вилка целая. Вилка выжила, руль выжил. А шлемак? Шлемак забирайте, да. И третье, раскатаю какой-нибудь биточек. Че еще? А, блять, я разъебал раму. Разъебано очень жестко. Смотрите, какая вмятина, это пиздец. Чуть-чуть порежь, еще голову закидываешь, и все. И не спрыгивай, блядь. Самая главная и важная ошибка — это не выкидывать велосипед. Ты понимаешь, что выкидывать велик — это самое конченое, что можно делать? Всем пока! Гудбай! Ну это пиздец, конечно. Самое жесткое, что могло произойти вообще. Ебать! Чувак, пиздец. Ебанюсь. Ебать ты лох, братишка. Чувак, очень жалко. А на как вообще ударил? Ну об эту не выйду. Че еще выстрелить? А, вес велика, блядь. Опа. 9200, как я и сказал. Правильно? С вас 5000. Ну все, собственно, у меня осталось 3 видоса, которые не относятся к музыкальной тематике. Следующий видос будет ультра ебанутая опять ставка. Очень, блядь, очень жестко. Чувак, тут пиздец решается! Че я, блядь? Ты только и гранд туда шел, блядь. А я уже просчитал.
читала, блядь, что тебе за эту игру, блядь, пиздюлят? Мы, чувак, даже не понимаем, в какую хуйню мы влезаем. Если бы я денег ставил, ты бы обосрался. Я в шоке был бы вообще. И мы ставим на бой Ислама Махачева 5 миллионов рублей. 5 миллионов? 617 тысяч? Это все, это пиздец. Какого? Разъем, разъем. Я думаю, что ты просто не обжигался. Убивают 5 секунд. Мне просто интересно именно детали, мелочи вот эти. Ну, узнаешь, узнаешь. Одна. Неужели мы долбоебы и два раза проебали деньги? Вот это страшно. Жесткие ставки, это все конечно, нахуй. Короче, я попробую випа сделать некрасиво, съебаться с кадра. Если я умру, блядь, скидывайте мне триллион донатов. Не, я не буду делать пиздец, что-то жестко. Я ж не лох, ёбаный. Я могу сделать фуджем вип, смотрите. Все, я молодец, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. Вот еще раз, блядь, убедился, что хоть, блядь, миллиард раз не получается. Надо просто до конца, блядь, верить и ебашить. Если нам можно быть первым.